Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ольга. Сегодня уже в эфире. Слышите, да? Да. Да, очень хорошо. Я смотрю, вы там в эфире сегодня уже позанимались. Мы, да, мы немножко размялись чуть-чуть, да, потянуть такое, знаете, легонькой. А теперь готовы к тому, чтобы пробудить мышцы свои более глубоко, что ли. А я подготовила приемы по самомассажу лица. С телом вы сегодня уже поработали. Думаю, для многих сейчас это актуально к весне. Вот, расскажу, как работать со вторым подбородком. Да. О, это для женщин, давайте. И для мужчин тоже. Мы отсюда будем снимать, чтобы было видно второй подбородок. Да, я, подожди, спасибо. Я буду... Ты сама сказала так, я не... Так, ага, Оль, слушаю вас. Будем делать наши лица четкие, выразительные скулы, поработаем с межбровкой. Хорошо, так, с чего начинаем? Надо ли как-то разминать лицо перед основными движениями? Конечно, перед любым массажем лучше всего погреть мышцы немножко. То есть лицо можно погреть, можно немножко помять, кому что удобно. Еще очень важно чистые руки и чистое лицо перед массажем, чтобы ничего не занести. Вот. Ну и начнем мы с подбородка, с нашего. Пальчики вот так вот ставим. Да, как бы. Вырываем трахею. Нет, мы себе не должны аккуратненько берем. Вот так прям оттягивать? Берем. Берем и проводим, прокатываем. Может быть, не очень приятно. А повредить ничего нельзя будет в этот момент? Да нет, там что же, складки, жалко, что ли. Нет, сложно. Ну, на самом деле, а что тут повредить? Давайте сделаем. Не надо, не надо, опасно. Ну, у вас там ничего нету даже. Да, кроме дыхательных путей и пищевода. Ничего больше нет. Мы проходим именно здесь. Не уходя никуда дальше. Именно это место. Сколько времени нужно это делать? Пока не покраснеет? Нет, не более 2 минут, наверное. 2-3 минутки. Так, хорошо. А теперь делаем овал лица. Также берем складочку. Вот прям 2 ручками возьмите. И вот так вот к нашим ушкам. О, я помню, да, в детстве так на спине все делали массаж. Да-да-да, это как так перекатывание. И закатали всю ненужную кожу, завязали узелком на макушке, и все стало хорошо. А, можно даже повыше, да? Вот я вижу, да. Оля уходим вот сюда, до височной зоны. Вот подбородка, да. Очень болезненько, так и приятненько даже, я бы сказала. Не больно, не противно, не больно. Ну, давайте сейчас, наверное, самое основное всех интересует. Вот между бровей, как избавиться от складок. У многих они есть. Так, давайте сначала скулы сформируем, потом пойдем наверх. Да, давайте скулы. Пальчики. Угу. Мы заходим на скуловую кость и под нее. Ну, то есть. Ну, вот, то есть получается вот так, и, да? И на нее, и под. И прям интенсивными движениями все к ушкам ведем. Господи, ты боже мой. Да, натягиваем. Европейцы чуть-чуть. Превращаются в монголоиды. Европеоиды в монголоиды. Зато я чувствую свои скулы. Они у меня там все-таки есть. Тоже примерно 2 минутки, да? И так, 10 секунд на то, чтобы, Ольга, показать все-таки про брови. Нужно нам уже переходить дальше. Давайте. Берем бровки. И делаем монобровь. Взяли складочку и помяли. Ага, постирали, как будто бы. Понятно? Видно вот вам? Видно? Постирали как будто немножко вот так. Как вертикально, так и горизонтально. И постирайте вертикально. Брать. Вот так, дорогие наши телезрители, стирайте свои лица каждое утро. Это на профессиональном сленге, жаргоне так говорится. Вытягивайте, растягивайте, лимфодренаж улучшайте и будете выглядеть всегда так же великолепно, как Ольга выглядит. Ольга Найда, массажист, была сегодня у нас в гостях на прямой связи. Спасибо вам огромное. Большое.